Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны моста через Керченский пролив. Об этом сегодня заявил глава службы Виктор Золотов, выступая в Совете Федерации в рамках правительственного часа. Сенаторам он также рассказал о результатах работы ведомства. В этом году сотрудникам Росгвардии уже удалось уничтожить свыше полусотни объектов террористической инфраструктуры. Кроме того, были созданы необходимые условия для спокойного проведения важнейших мероприятий. Только в текущем году применение сил и средств Росгвардии позволило обеспечить безопасность проведения 25 крупных массовых мероприятий, включая Всемирные военные игры, 5 международных форумов и, конечно, Кубок Конфедерации по футболу и Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности мостового перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое соединение – морскую бригаду.